Уверенную победу в финале первенства России по баскетболу среди ветеранов одержала команда «Росатом» Арфиацвиниев. Борьба была сложной для всех команд. Никто не мог предугадать, кто окажется в финале. На площадку выходили сильнейшие спортсмены страны, призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Все 4 дня, которые мы играли, было очень нелегко, потому что вы понимаете, что мы не действующие спортсмены, как это было раньше. И было очень тяжело, каждая игра была как финал сегодня. В финале наши спортсмены встретились с командой «Арсенал» из Тулы. Борьба началась с первых минут. Каждая команда старалась захватить преимущество. Сначала вперед вырвались игроки из Тулы, но росатмовцы не растерялись. Взяли тайм-аут, обсудили тактику, постепенно сравняли счет, а после вышли в лидеры. Команда «Росатом» Арфиацвиниев победила со счетом 73-60. Команда из Тулы очень сыгранная команда. Они навязали нам борьбу в защите, но потом мы нашли ключи к их защите и смогли перебороть и повести в счете. По словам организатора первенства Александра Онищенко, турнир прошел в приятной праздничной атмосфере. Довольны были все. И он надеется, что Саров еще много раз примет соревнования такого уровня. Зал отличный, хороший паркет, хорошие кольца, плюс организация Саров, который все это организовывал. То есть все сделано на высшем уровне. То есть игроки довольны, есть комментаторы, есть трансляция. Все как бы, это не какой-то, как сказать, как дворовый турнир, где собрались, там поиграли. Нет, здесь все сделано вот именно на высшем уровне. После финальной игры наградили победителей и призеров первенства. Также памятные призы получили лучшие игроки турнира и победители конкурса по броскам в кольцо среди участников и болельщиков. После награждения все желающие сфотографировались на память с любимыми игроками. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Сарова 24.